Татьяна Ивановна Пельцер, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Снималась в фильмах «Максим Перепелица», «Солдат Иван Бровкин» и «Снова Анискин», «Вам не снилось», «Приключения желтого чемоданчика», «Проснись и пой», «Формула любви» и многих других. Она уже не помнит, как тебя зовут, поверь мне, забыла напрочь. Вообще все эти ваши любые... Химера, дым. Это вы о ком? О ком? О бабе каменной, вот о ком. Фу! Скончалась актриса на 89-м году жизни после инфаркта и пневмонии. Похоронена на Веденском кладбище Москвы рядом с родителями и братом.